Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. В Самарском автопарке прибавление. 82 автобуса марки «ЛиАЗ» выйдут на маршруты города в ближайшее время. Машины работают на газомоторном топливе, что выгодно отличает их от дизельных собратьев. На церемонии вручения автобусов побывал наш корреспондент. Запах новой машины – один из приятнейших на свете, признается Геннадий Абашин. За рулем он 36 лет. 3 года назад сменил баранку большегруза на кресло водителя пассажирского автобуса. Новые машины, работающие на газомоторном топливе, говорит, очень удобные. Но особенно ее оценят пассажиры. Идет посмирей, как поспокойнее, помягче, потому что бензинового все-таки как-то поприемистее, солярка. А этот, нормально. В общем, немножко скорость. Мощность теряется, а так двигатель хорошо работает. Заводится тоже нормально. Всего закуплено 82 новых автобуса марки «ЛиАЗ». Салон вмещает в себя более 100 пассажиров, а низкий пол и откидная аппарель удобны для маломобильных граждан. Пополнить автопарк удалось за счет бюджетов всех уровней. До чемпионата мира мы в основном весь парк должны обновить, и он должен соответствовать тем стандартам, которые требуют оргкомитет. Согласно посланию президента, к 2020 году половина общественного транспорта в городах-миллионниках, в том числе и в Самаре, должна быть переведена на газомоторное топливо. Это не только экологично, но и экономично. Газ значительно дешевле солярки. В настоящий момент формируется новая заявка в правительство Российской Федерации по приобретению дополнительных автобусов. Мы будем наращивать и в дальнейшем наши усилия, чтобы повышать комфортность перевозок внутри города. С учетом лизинговых платежей один автобус обошелся в 10 миллионов рублей. Общий контракт на 800 миллионов. Очень многое зависит для человека, когда он утром выходит, едет на работу, и наш общественный транспорт его доставляет, с каким настроением он на работу приедет. А это во многом зависит от условий, от современности, от уровня комфорта, которым, безусловно, обладает новая техника. Уже на этой неделе первые партии «ЛиАЗов» выйдет на маршруты города. Машины будут курсировать по 6 направлениям. Водители уже прошли подготовку не только по вождению автобусов, но и по обслуживанию их оборудования. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События. Ночью в Самаре начнется строительство подземных переходов на Московском шоссе. Работы будут вестись на пересечении Советской армии и торгового центра «Империя». В связи с необходимостью переноса коммуникаций муниципальным предприятием трамвайно-троллейбусное управление будет временно приостановлено движение троллейбусов 4, 12, 18, 19 и 20 маршрутов. Они не будут ходить в ночь с 4 на 5 марта и с 9 на 10 марта с 10 вечера до 5:30 утра. В остальное время схема движения городского транспорта по Московскому шоссе останется неизменной. Руководители страховых компаний, которые навязывали клиентам дополнительные услуги, заплатят штрафы по 50 тысяч рублей каждый. Речь идет о директоре филиала ООО «Ренессанс страхования» и начальнике страхового отдела села Большая Глушица, филиала ООО «Росгосстрах» по Самарской области. Как сообщает сайт прокуратуры Самарской области, виновные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, ранее по постановлению прокурора Октябрьского района города Самары к административной ответственности был привлечен директор филиала СОАО ВСК с назначением аналогичного наказания. Порядка 170 несанкционированных свалок ликвидировано в прошлом году в Самаре. Подобные действия по очистке территории требуют немалых затрат и средств городского бюджета. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, за нарушителями чистоты теперь будут следить в режиме онлайн, а затем наказывать. Подробности у нашего корреспондента. Район Самарской ТЭЦ на улице Карла Маркса. В прошлом году еще до выпадения снега неизвестные повадились вывозить и сваливать сюда строительный мусор. В итоге под белым одеялом накопились тонны отходов, вывозить которые теперь придется за счет городского бюджета. В прошлом году на эти цели выделили порядка 12 миллионов рублей. Теперь за местами несанкционированных свалок будут следить камеры видеонаблюдения. Камера видеофиксации установлена напротив места несанкционированного сброса. То есть здесь видна территория вся, которая ранее заваливалась мусором. При наличии факта фиксации автотранспортного средства будет виден госномер, и можно будет уже возбудить административное производство по данному нарушению.
Штраф за такое нарушение от 1 до 2 тысяч рублей. Это касается физических лиц. Для должностных – от 10 до 30 тысяч. Для юридических лиц сумма возрастает в разы. Если недобросовестная организация устроит свалку там, где ее быть не должно, и нарушение будет зафиксировано, ей придется раскошелиться на сумму от 100 до 250 тысяч рублей. Мы возбуждаем на него административное производство. Полиция вызывает его, привлекает. Составляем протокол, направляем протокол в Министерство лесного хозяйства. Охрана окружающей среды на рассмотрение. На нарушителя накладывается штраф, и после этого, в дополнение к штрафу, мы начинаем исковое производство по компенсации вреда, нанесенного окружающей среде. На сегодняшний день в городе зафиксировано порядка 10 несанкционированных свалок. Кто вывозит на них мусор, еще предстоит выяснить. Видеонаблюдение будет вестись в круглосуточном режиме. За происходящим будут следить специалисты городского департамента благоустройства и экологии. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Вторая жизнь советских кинотеатров. Представители городской администрации проинспектировали здание бывшего кинотеатра «Юность» на улице Нововокзальная. Сейчас он находится на балансе города. Уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания. В ближайшее время предстоит определиться с его будущим назначением. Оно может стать домом культуры или спортивным комплексом. С помещением бывшего кинотеатра России на улице Чернореченская уже определились. Здесь планируется разместить дом молодежных организаций. А ДК «Пламя» так и останется домом культуры. Вот только, чтобы его не объяло пламя в буквальном смысле, необходимо устранить нарушения противопожарной безопасности. Сейчас там ведутся работы. С проверкой в поселок Прибрежный отправились депутаты Самарской городской думы. Напомню, в декабре прошлого года здание начало работать после реконструкции, но вскоре выяснилось, есть недоделки. Какие, выяснил Павел Баймаков. Танцевальные залы, красивый холл, концертный зал более чем на 150 мест. Таким стал после реконструкции бывший кинотеатр «Пламя». За несколько месяцев здание преобразилось до неузнаваемости. По словам депутатов Гордумы, совсем скоро жители поселка Прибрежный смогут заниматься творчеством в комфортных условиях. Это касается и маломобильных граждан. Перед входом в здание оборудован пандус. Внутри на лестнице также подъемник для инвалидов-колясочников. Считаю, что это место будет стопроцентной популярностью пользоваться, учитывая то, что и это здание находится на таком замечательном месте. Теперь дети будут здесь заниматься, и взрослые, и ветеранские организации могут проводить свои мероприятия. Правда, пока к эксплуатации здание не готово. Система противопожарной безопасности дала сбой. Как пояснили подрядчики, устройство отправлено на экспертизу в Москву. Когда будут результаты, неизвестно. Сейчас все упирается, значит, вот в этот блок, пожарный блок, системный блок речевого оповещения. Нет достаточно хорошего комплекта и полного комплекта вот звуковой аппаратуры. То есть на сегодняшний момент запустить людей, да, и то есть не обеспечить зал колонками, там, микрофонами, значит, подсветкой, ну, это, наверное, тоже неправильно. Но здесь вопрос скорее к изготовителю, уверяют подрядчики. По результатам проверки с их стороны депутаты выявили лишь незначительные, по их словам, нарушения, которые будут устранены в ближайшее время. Подрядчик работу все свои сдал, все документы подписаны, но на него, во-первых, есть распространяется гарантия 5 лет. Он никуда от своих гарантийных обязательств не пытается уходить, он все выполняет в рамках гарантийных обязательств. Я думаю, что здесь вопросов к нему никаких не может быть. Небольшие недоработки есть и в плане благоустройства, прилегающей к зданию территории. К некоторым калиткам нет удобного доступа. С этими вопросами депутаты собираются обратиться в департамент строительства и департамент благоустройства города. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Преемственность поколений в лучших начинаниях. В Самаре отметили 25-летие Куйбышевского городского совета народных депутатов 21-го созыва. Городская администрация встретилась с членами парламента того времени. В чем нынешнее руководство Самары равняется на депутатов со стажем, узнавала Анастасия Зубарева. Молодые, амбициозные, максимально свободные. В первые дни марта 90-го года, тогда еще в Куйбышеве, впервые выбирали депутатов на альтернативной основе. Именно этим людям предстояло определить курс развития региона на ближайшие десятилетия. На одной дискуссионной площадке эмоционально и максимально заинтересованно уживались абсолютно разные точки зрения. Решительные действия в непростых социально-экономических условиях на тот момент в стране – достойный пример для подражания сегодня, уверен глава администрации Самары Олег Фурсов. Прошло под совет, они крайне, конечно, нам нужны. Несмотря на то, что прошло 25 лет, у нас все равно возникают трудности и в жизни, и в работе, и в экономике, и умение преодолевать их так же достойно, как это делали вы, крайне важно и нам.
Разработка новаторской темы частной собственности на землю, отмена налогов на кооперативы и, пожалуй, затронувшие каждого жителя города решение о возврате исторического названия Самары – только часть перемен той эпохи. За каждое принятое решение, уверяют парламентарии, они несли личную ответственность. Тогда появились абсолютно новые люди, новые личности, которых не знала ни коммунистическая партия, не знал актив советский. И появились новые люди, которые в основном и во многом определили и будущее и Самарской области, и будущее города Самары. Опыт предыдущих поколений пригодится и сегодня. С сентября в Самару вернется система общественных советов. В районах появятся свои парламенты. Из них народные избранники будут формировать городскую думу. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Букет цветов к 8 марта может ударить не только по кошелькам мужчин, но и по домашним растениям. Вместе с цветами из зарубежных стран могут приехать и опасные вредители. Кто живет в букетах и как правильно выбрать цветы, наш корреспондент узнал в лаборатории областного Россельхознадзора. Благоухающие голландские розы или пушистые хризантемы, подаренные к 8 марта, могут стать причиной гибели любимого фикуса, фиалки, бегонии или даже всех домашних горшечных цветов. В праздничном букете могут затаиться совсем нежеланные гости – к примеру, паутинный клещ. Этих вредителей специалисты Россельхознадзора по Самарской области нашли в ветке хризантем. При покупке такой срезки такой клещ может попасть на комнатные цветы, и они покроются паутиной и высохнут. Ну, то есть это при сильном поражении. Вот. Ну а так он для животных, для человека он не опасен. Пойманных клещей исследуют под микроскопом, чтобы точно определить вид насекомого. Вместе с заморскими растениями на территорию региона могут попасть и так называемые карантинные объекты – вредители, которых в Самарской области не было и нет. Но впоследствии они могут акклиматизироваться и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, как когда-то произошло с колорадским жуком. Срезанные и горшечные цветы, семена, саженцы растений в Самарскую область привозят из Европы, Америки и африканских стран. Перед началом дачного сезона тщательному осмотру подвергают и семена овощных культур, среди которых могут затесаться опасные сорные растения. Обычно на проверку зеленую продукцию отправляют сами продавцы, если заметят в партии подозрительные образцы. Также мониторинг регулярно проводит Россельхознадзор. Совместно с растительной продукцией могут поступать различные, ну, скажем так, опасные агенты, да, то, что мы называем карантинные объекты растений. Это вредители, болезни растений, грибные, вирусные. Любому гражданину, который приобретает данную продукцию, ну, стоит поинтересоваться наличием всех необходимой фитосанитарной документации в магазине. Определить больные растения можно и на глаз. Они будут слегка увядшие, с поврежденными листьями и стволами. А чтобы вместе с сельдереем на даче не прописалась аллергенная амброзия, специалисты советуют покупать семена не в сомнительных палатках, а только в специализированных магазинах. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Для лучших мужчин и женщин города – цветы и медали. В филармонии поздравили и наградили ветеранов войны и труда, тружеников тыла, почетных работников и граждан Самары. Два близких праздника – 23 февраля и 8 марта – объединили в одно большое событие. Марианна Мирная с торжества. 23 февраля 1917 года по старому стилю женщины на забастовке требовали равноправия и хлеба. Добившись своего, запросы у прекрасного пола явно увеличились. Я вообще помню хорошую фразу. Говорит, в жизни, в семье все должно быть справедливо. Мужу галстук, жене шубу. Так что все нормально. В концертном зале Самарской филармонии собрались и мужчины, и женщины. Все герои, ветераны войны и труда. Совместный праздник «День защитника Отечества» и Международный женский день объединил 750 представителей общественных организаций, людей с ограниченными возможностями здоровья. Поздравляем вас, наших уважаемых ветеранов, мужчин, женщин, действительно людей, которые очень и очень много отдали и Самаре, Самарской области, всей стране, за что вам огромное спасибо. Очень важно, что вы в строю, и очень важно, что ваш пример, он очень востребован нашей молодежи, нашими молодыми людьми. Хотя поздравляли и мужчин, и женщин равноправно, представители сильного пола все же первенство в получении поздравлений и подарков отдают прекрасным дамам. Подарки есть подарки. Ну, главное дело, чтобы было у них здоровье,
счастья, семейных благополучия – это самое главное для женщин. Ветеранов войны и труда почетных граждан наградили юбилейными медалями Российской Федерации, 70 лет победы в Великой Отечественной войне и памятными подарками. Для всех гостей праздника звучала концертная программа от артистов Самарской филармонии. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Комедия Шекспира, опера Римского-Корсакова и вечер балетов Иржи Киллиана. Впервые самарские зрители смогут увидеть фестивальную программу самой престижной театральной премии России «Золотая маска». В прямой трансляции в кино 6, 17 и 20 марта киновертикаль в рамках уже ставших традиционными театральных киносезонов будет транслировать шедевры драматического, оперного и балетного искусства. Медиапроект, объединивший кино и театральный фестиваль, проходит при поддержке Министерства культуры России. У кинозрителей будет дополнительный бонус, раскрывает некоторые секреты организатор проекта в Самаре. Непосредственно перед театральной постановкой специальные актеры, ведущие проведут зрителей кинотеатров по закулисью, познакомят с актерами спектаклей, да, расскажут о каких-то интересных вещах, которые зритель, находящийся просто в зале театра, фактически никогда не узнает. Последний, четвертый спектакль фестивальной программы «Золотая маска» до последнего держали в секрете. Им стала «Цветаделика» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Трансляция спектакля состоится в субботу, 11 апреля в 19:00 по московскому времени. В день фестивального показа каждого спектакля через спутник будет идти прямая трансляция в кинотеатре «Вертикаль». Самарцы смогут увидеть спектакль лишь один раз, как и театральные зрители, которые посетили фестиваль «Золотая маска». С 5 марта 2015 года официальный сайт мэрии Самары будет доступен пользователям сети интернет по адресам, которые вы видите на экране. Новая версия сайта разработана на современной платформе, которая расширяет технические возможности. Предусмотрена организация прямых трансляций наиболее значимых событий города, реализация интерактивных проектов, размещение опросов общественного мнения. Благодаря новому ресурсу администрация городского округа Самара сможет эффективнее выстраивать обратную связь с населением. Кроме того, упрощена навигация и система поиска информации. Количество официальных безработных в России, по данным Минтруда, выросло почти до 1 000 000 человек. Камбоджа не видит проблемы в переходе на расчеты в рубли с российскими туристами. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Количество официальных безработных в России, по данным Минтруда, возросло почти до 1 000 000 человек. Только за неделю с 18 по 25 февраля численность граждан, вставших на учет службы занятости, выросла на 2% и превысила 979 тысяч человек. Рост официальной безработицы отмечен повсеместно. Самая сложная ситуация по темпам роста безработицы сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии, Хакасии, Тюменской и Тульской областях. Представители ведомства отмечают, тенденция к устойчивому росту безработицы наблюдается с начала года. И что-то не слышно заявлений о том, как власти борются с безработицей. 6% россиян выплачивают ипотечный кредит в рублях. Еще 3% выплачивали ранее рублевую ипотеку и уже погасили кредит. Менее 1% опрошенных сообщили, что сейчас выплачивают ипотечный кредит в валюте. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований. По мнению граждан, в ситуации резкого роста выплат по валютным ипотечным кредитам ответственность лежит в первую очередь на правительстве и на Центральном банке. Около трети опрошенных винят банки, которые выдавали займы в иностранной валюте. Только 22% респондентов склонны осуждать самих заемщиков. Ну, разумеется, сами заемщики себя не осуждают. Камбоджа не видит проблемы в переходе на расчеты в рублях с российскими туристами и готова обсуждать этот вопрос. Камбоджу посещает значительное количество российских туристов – 130 тысяч только в прошлом году. Сегодня Россия уже использует национальные валюты в торговле с рядом государств СНГ, а также Китаем, Вьетнамом и Северной Кореей.
Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленно, перешел к росту. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1811 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, Мегафон, Россети, ОГК-2 и Распадская. Аутсайдеры – КАМАЗ, ЭОН Россия, ФосАгро, ВТБ и Полиметалл. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговый день умеренным снижением, связанным с коррекцией после бурного роста накануне. На азиатских площадках динамика торгов преимущественно негативная. Нефтяные котировки готовятся к росту. Курс доллара на 4 марта – 62 рубля 36 копеек. Курс евро – 69 рублей 84 копейки. Золото стоит 2421 рубль за грамм. Серебро стоит 33 рубля 34 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 61 доллар 47 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Всероссийский лыжный марафон прокатился по автограду. Самарские гольфисты разыграли медальную копилку зимнего чемпионата губернии. 18-летние боксеры разыграли медали первенства Самарской области. В Чапаевске прошло первенство Самарской области по боксу среди юниоров. Из 10 весовых категорий в 5 финалистами стали тольяттинские спортсмены. Золото у Вахида Аббасова и Рафика Хандиляна. Их научил боксировать экс-чемпион Европы среди профессионалов Дэви Гоге. Еще один его боец Рустам Гусев занял второе место. Кроме этого, специальный приз как самый техничный боксер получил Вахид Аббасов. Призеры областного первенства продолжат карьерный рост на первенстве Поволжья в Набережных Челнах Татарстана. Самарские спортсмены в очередной раз раскатали 9 лунок чемпионата и первенства Самарской области по зимнему гольфу. Соревнования проходили на льду реки Сок. С рекордными 40 ударами дистанцию закончил в категории мужчин Александр Бондаренко. Менее точными, но не менее успешными оказались Татьяна и Даниил Светловы и Арменум Акопян. У них тоже золотые медали регионального чемпионата по зимнему гольфу. Лыжный марафон в 30-й раз прокатился по Тольятти. За медали соревновались школьники, студенты и рабочий класс на 3-километровой дистанции. Детсадовцы и очень важные персоны бежали километр. 30-километровый марафон выиграла тольяттинка Ирина Бережная. Самарчанка Луиза Ахмедьянова финишировала третьей. Мужскую дистанцию в 50 километров первым закончил лыжник из Татарстана Роман Махалов. Серебро и бронза у самарцев Дениса Зайцева и Дениса Багудинова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.